что мы завтракаем. Вкусная болгарская брынзочка. Отлично. А завтра входит цены. Омлетик. Омлетик. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being. Мы вышли после завтрака пройтись по территории отеля Рабанашки Хан. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Настоящая, реальная. Истинский, истинский, да, да. Да. Это аметист. Да. Вот такие камни у нас на ресепшн. Мы пришли к церкви Рождества Христова. Так она выглядит с улицы. Но высота этих церквей не должна была превышать всадника турецкого, сидящего на лошади, с копьем. Поэтому все строения, они все очень низкие. И мы сейчас с вами отправимся в одну из таких церквей. Она отреставрирована. Это церковь Рождества Христова. Работает она до 6 часов, но в 17:30 уже никого тут не пускают. Сегодня, к счастью, здесь никого нету. И мы идем в эту церковь. Она лучше всех сохранена. Сейчас откроют. Добрый день! Thank you.
Вот так церковь укреплена, потому что она уже подверглась реставрации, иначе бы она, наверное, разрушилась. Мы ездим по Рабанаси. Здесь много разных домов, руин. Да, и руин еще даже. Вон тут сколько много еще требуется инвестиций. Вот этот дом полностью разрушен, но вроде бы он уже был. Кто-то его взял в реставрацию. Там можно войти. Вот такой, как скворечник, лаз. Церковь Святой Гавриил и Михаил. Вот такой вот у нас. А тут они опять что-то делают. Какие-то ягодки. Очень вкусные. А здесь какой простор. Туристы идут, так смотрят. Добрый день. Добрый день. В работе? Разборы. Бог помощь. Съемку, я думаю. Мерси. Монастира женские, калугерки, и 5 музейные церкви. Очень хороший отель. Вот это его новый корпус. И это отличный отель. У него отличный вид. Вот этот комплекс всем рекомендую. Мы пришли к монастырю Николая Чудотворца. Тут идут какие-то работы. Я не знаю, можно ли сюда заходить. Отворено за поклонницы.
ювелирный магазинчик. А у нас в Арбанасе есть какой-то, да, магнитик? Да? Не помнишь? Вернее всего есть. Я тоже. Хубаво. Красиво. Какое ружье? Ха. Стреляет? Да? Не. Да. Не знаю на грузский, да укажем на болгарский. Да. Стрелят. Стрелят. Можно да. По-болгарски. Да, грузский мы не знаем. Мы разбираем. Ну так, супер. Балка. Разбираем болгарский. Вот такая красивая болгарская девушка. Такая я красивая девушка. Хореви. Хореви. Мы танцуем. Танцуем. Уезжаем из Арбанаси. Тут у нас, нам все понравилось. Мы посетили много церквей, все очень добрые люди. Ну ладно, в общем, прощай, Арбанаси. Очень красиво здесь. Пока-пока.